Всем доброго дня, утра, вечера, с вами Александр. Продолжаем играть в Lost Alpha. В предыдущей серии у нас было задание освободить Лиса. Что мы сделали? Я в лагере новичков. Давайте навестим его. Да, появляется диалог. На ремонт и модификацию стволов. Посмотрим. Так, ПМ. Так, почему обрез появился? Обрез, модификация, так, ПМ, кожаная куртка, ничего не появляется. Ладно, возможно, что-то еще не работает. Но все же странно. Хорошо, побеседуем с Сидрой. У него была награда для нас. Ящичек пропустили. Награда за освобождение Лиса. В конце концов, мы должны получить свою награду. И я затем отправимся на свалку. Да, здорово, я спас Лиса, что теперь? Он заходил поздороваться, и дырок на нем я не заметил. Поехали. Что ты знаешь про этого It's in an unexplored area, probably filled with many artifacts. The other traders and I will help you find him. And then maybe you'll discover the hidden pathway too. This will be good for all of us. You will kill Strelok, while we will open up the way to the north. Personally, I don't think you'll find him, but there is a chance you'll succeed where most have failed. Nothing ventured, nothing gained. Так, с чего теперь начать? Хорошо, с чего начать? Серый знает, он находится на свалке в ангаре. Появляется задание встретиться с Серым на свалке. Хорошо, туда отправляемся. А нет. Помните этот домик, где мы освобождали Лиса? Так вот, я решил заглянуть в него. И что я заметил? Бойцы из группировки Греха перебили мирных сталкеров. Не знаю, у меня появляется повод, конечно, их убить. Но пока я ни с кем не хочу вступать в конфликт. Да, давайте пособираем оружие. Вот отличная у нас вертикалочка. Подойдет на замену нашему обрезу. Патроны, гранаты, отлично. За что же вы все-таки убили этих сталкеров? Возможно, вас стоило лишить жизни. Но пока нет. Возможно, я об этом пожалею. Посмотрим. Да, теперь прямая дорога на свалку. Я думаю, там и продолжим. После небольшой пробежки добрался я до свалки. Она выглядит сейчас вот так. Обильная растительность. Помните, в фотографии такой же заход был на свалку? По левой стороне еще было много плоти и кабанов, которые постоянно доставляли неудобства. Давайте идти по нашему основному заданию пока. Там видно будет. Может, еще какая-то работенка подвернется. Да, вот, предложить помощь бесу. Помните, в оригинале было тоже. Мы помогали бесу зачистить бандитов. Что здесь будет за задание? Бес-одиночка. Привет, я получил твое сообщение. В чем проблема? Да снайпер тут один угнездился на мосту. Дальше по дороге отстреливает всех, кто мимо проходит. Хорош же гад, не промахивается. И как нам от этого снайпера избавиться? Застрелить его, ясное дело. Проблема в том, чтобы занять подходящую точку. И оружие нужно подходящее. В деревне прямо по курсу есть дом. Зеленый. В нем АК-74. Если прокрадешься, укрываясь за хламом, то сможешь сделать точный выстрел и снять этого ублюдка. Я разберусь. Да, отлично. Получаем наводку на автомат. АК-74.
который находится в зеленом доме. Бес советует нам аккуратно прокрасться в домик, взять АКМ, АК и застрелить снайпера. Но пока не ясно, что это за снайпер и почему он так лютует. Да, отметка на АК. Так, вниз я не хочу пока спускаться. Возможно, там радиация. Давайте аккуратно пробираться в дом и смотреть, что будет дальше. К свалке тоже не стоит приближаться. Обычно там фонит. Но на этот случай у нас есть антиродин. Так, пока тихо. Никакой снайпер не стреляет. Прикрываясь бочкой, продвигаемся к зеленому дому. Кустики. Так, и где наш автомат? Ага. Вижу, вот он, красавец. Вот и снайпера нам нарисовали. Надеюсь, патроны есть у автомата? Да, одна обойма. Сразу переключу на одиночные выстрелы, чтобы не тратить лишнего. Так, это не обдумано, разбивать ящик и создавать столько шума, но все же... Вижу снайпера. Где наш бинокль? Да, кстати, как он к нам настроен? Да, красная рамка. Все-таки он враг. Давайте подкрадемся. Здесь он пока нас еще не видит, но здесь, я думаю, уже стоит красться. Потихонечку, прикрываясь кустиками. Кстати, если так пойдет, то я вполне смогу зайти с тылу и спокойно пристрелить его сзади. Ну, не очень хороший способ, конечно, убить. Но все же. Снайпер, у него есть оптика. Поэтому он точно стреляет. Нам нужно максимально сблизить дистанцию. С такого расстояния я не рискну палить. Так, все, он нас увидел. Хорошо, смотрим, чтобы не было других врагов. Поднимусь я здесь, нет? Нет, не удается. Ладно, давайте обойдем. Хотя, если он ушел с точки, то это может быть опасно. Так, все, палец. Граната вроде, да, полетела, нет? Так, пока тихо. Вижу. Вот теперь граната, но он не попал. Хорошо, я хочу подобрать его ствол. Так, очередная сценка. Что это? Так, и все. Непонятно, кто это был. Пока я не понимаю. Ладно, давайте продолжать, дальше посмотрим. Так, и где я оказался? Сходить в туннель. Я пока не понимаю, где я вообще. Куда нас перебросило. Ага, ясно, мы на железнодорожном пути, только с другой стороны. Нет, все-таки я не пойду пока в туннель. Хочу автомат подобрать, как уже говорил. И пойдем к бесу, скажем, что мы его задание выполнили. Пока не ясно, кто это был. Призрак, возможно. А может и нет. Не будем забегать вперед, история нам об этом расскажет. Конечно же.
Нет, Павлуша Подорин. Павлуша Подорин. Обыкновенный сталкер в костюме бандита. Интересно, что он здесь делал? Так, у нас автомат в более лучшем состоянии. Получаем сообщение. Кто-то просит помощи. Будем иметь в виду. Вот и отлично. Теперь у нас есть винтовка с оптикой. Автомат с оптикой. Так, кто там? Так, это бандиты прессуют новичка. Один есть. Второй. Третий. Осталось 10 патронов. Спасибо, дружище. Я думал, что не выберусь из этой ситуации живым. Повезло, однако. Да, предлагаем ему помощь, чтобы выйти отсюда, но он говорит, что не надо. Сам справится. И в знак благодарности он дает нам вспышку. А вот на этом спасибо. Выносливость плюс 10. И самый актуальный сейчас артефакт. Так как много бегаем. Покушаем сразу. Ничего интересного. Денежки. Хорошо. Отправляемся к бесу. Так, где здесь можно перебраться? По дереву, думаю, будет самое то. Лишь бы не свалиться. Да, хотел как лучше, получилось как всегда. Повезло, что там нет радиации. Хорошо, бес, выполнил я твое задание. Давай награду. Да, все готово. Аптечка, бинт, препарат антирадин и две пачки патронов к автомату. Отлично, еще увидимся. Так, я думаю, тебе стоит продать наш старый автомат, который был в плохом состоянии, и обрез. Он теперь нам ни к чему. Да, все. А, нет, у него недостаточно денег было. Ладно, сейчас попробую. Вылетел я, пришлось заново зайти. Продал я другим персонажам автомат. Поднял чуть денег. И выдвигаемся к нашему основному заданию, к месту. Там должен быть серый, который знает что-то про стрелка. Посмотрим, что он нам может сообщить. Надо повесить, мало ли какая ситуация будет. Зеленый домик, спасибо тебе за автомат. Кстати, заметьте, как пусто. Вообще нет мутантов. Это, я думаю, большой минус. Могли бы раскидать пару-тройку. Ну, конечно, пока на начальном этапе не стоит сюда ставить кровососов и прочих сильных мутантов. Но я думаю, кабаны и плоти здесь должны быть с собаками. Но на удивление пусто. Это, я думаю, существенный минус модификации. Зона ведь не может быть пустой, да? Смотрите, даже мест мало, практически нет, где можно так невзначай попасть в аномалию или залететь в радиацию. Конечно, это, ну, неплохо так бегать. Ну как неплохо? Так, встретиться с Юриком у канализации. Помочь зачистить бандитов. Хорошо, здесь рядом. Давайте смотреть, что это за Юрик, что это за бандиты.
Нам ведь именно туда надо идти, навстречу с Серым. Надеюсь, Серого не убьют. Так, что? Здесь ничего нет. Автобус. Тоже пусто. Так, Юрик, где ты прячешься? Канализация, вход в канализацию. Не самое лучшее место. Ну, наконец-то, подмога. Наш лидер Серый собирается привлечь внимание бандитов в ангаре, а мы пока прокрадемся в обход. Да, давай, все понятно. Я за тобой. Застанем их врасплох. Все, выдвигаемся. Помните эту канализацию в фотографе? Здесь мы искали рюкзак. Не помню, как звали персонажа, но я в своем прохождении не показывал это. Но я его нашел все-таки. Там сеть... Не сеть, а там аномалии такие. И их надо пройти в определенном порядке. Как это было в чистом небе. Не в чистом небе, а в Завибрипте. И тогда мы получаем... Нет, мы отыскиваем рюкзак и получаем выход из этих катакомб. Я помню, что-то долго очень пытался найти его. Нашел. Так, выключим свет. Вы видели, как он идет, Юрик? Мне приходится прыгать, а он просто пролетает. Так, где бандиты? А, вижу одного. Готов. Так, кто-то палит сверху. Второй за контейнером. Все? Ну, это было просто. Даже очень. Серого-то, я надеюсь, не убили. И сразу покушаем. Так, где у вас тут главный? Выручайте. Кто-нибудь. Деньги всегда нужны. Так, все-таки убили одного сталкера. Кто-то просит о помощи. Поможем, у нас аптечек много. Держи аптечку, вставай. Сразу друг. Так, это Серый, неужели он мертв? Слушай, как тебе туда? Спасибо за помощь. Получили контроль над свалкой. Ты здорово нам помог, Меченый. Я от Сидоровича слышал, что ты ищешь информацию о стрелке. Да. Сидорович рассказал о тебе, и я пришел к тебе поболтать. Так, расскажу все, что знаю сам. Меня на агропроме ждет один из моих ребят. Друг мой, диггер по кличке Крот. Он рассказал... Он раскопал нычку стрелка, не знаю, нашел он там что-то или нет. Вот те координаты места встречи с ним. Скажи ему, что ты от меня. Ну что ж, спасибо за информацию. Получить информацию о стрелке у Крота. Ладно, мужик, ты вылезай отсюда. Обязательно. Не надо так застревать. А на этом, я думаю, все. С вами был Александр. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.